Следственный комитет начал проверку из-за кишечной инфекции в Ульяновском институте гражданской авиации. Напомню, в выходные за медицинской помощью обратились 19 студентов. По данным Минздрава, 13 из них получают лечение амбулаторно. 6 госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в стационар Центральной городской клинической больницы. Диагноз пока кишечная инфекция. Состояние их ближе к удовлетворительному. Симптоматику минимальная уже. Лечение получают в полном объеме. По сообщению Роспотребнадзора, был организован отбор проб с объектов внешней среды, суточных проб рационов питания, биологического материала от заболевших и сотрудников пищеблока на определение возбудителей кишечных инфекций.